Всем привет. В общем, такая краткая предыстория сегодняшнего дня и вообще сегодняшнего ролика. Выхожу я, короче, в комнату к брату. Он просто уехал на выходные, а мы снимаем квартиру пополам. И вижу такую картину. Гудящее грязное нечто собрать в нормальном новом корпусе, купить туда SSD-диск, все почистить. У него работает компьютер, он его оставил, забыл. И он жутко трещит, пердит. Выглядит просто смертельно ужасно. Я, типа, как раз вот свой компьютер почистил, у меня так все сверкает идеально. Я думаю, блин, как же круто было бы, типа, сделать хотя бы что-то, чтобы комп брата был похож, ну, хотя бы похож на мой, ну, просто сделать ему как-то приятно. И, короче, собственно, я решил, так сказать, прокачать его телегу немного, ну, понятно, что это бюджетный способ, но у меня был корпус от моего игрового компьютера, то есть предыдущий, когда я снимал ролик, я, получается, его заменил на новый. И он у меня остался, я думал, что когда-нибудь соберу комп для бати и использую этот корпус. Но я подумал, что комп для бати подождет, и все-таки я этот корпус использую, так сказать, в сегодняшнем ролике. Поехали. Короче, в планах апгрейда на сегодня вот эта штука, которая явно вообще очень опасная и, мне кажется, может реально в любой момент загореться. Но это понятно. Уже помыл клавиатуру. Естественно, буду снимать все кнопки, тоже почищу. Просто помыл, иначе ее в руки противно было брать. Мышку тоже надо будет почистить и подклеить вот эти штуки. Я вообще не знаю, сколько говна делают клей, блядь, но он реально разваливается. То есть мышка дорогая, вообще не дешевая. Там с здоровым ковром идет в комплекте, но, блин, качество вообще ужасное. Что касается вот этого вот монстра, собственно, у него есть даже небольшая предыстория. Когда-то очень давно у меня еще не было компьютера, и у моего брата появился комп. Он был в этом корпусе собран, и мы играли на нем в принц-персию. То есть я был старше брата, но компа у меня еще тогда не было. Времена были, конечно, печальные, не хотелось бы в них вернуться. Вот. Сделали его из жестянки, очень тяжелый, такой основательный. Вот, сейчас же корпус будет новый, пластиковый, ну и выглядеть будет, естественно, получше. В общем, все это от говна и грязи я вычистил. В основном все компоненты все разобрал. Ну и останется сейчас поменять термопасту, поставить процессор на место, кулер на место. И уже можно будет собирать компьютер в корпус.